guys, tapon tayo ng basura. So ngayong araw, binayon kami nakapunta ng city. Si malamig, tapos mahangin pa. Hello guys, siya po siya. Tapos mahangin pa. Kahit mo, mini pa yun. Na? Namay Simonia, the talents of the team squad. Sila din. Doma to. Yan ang pragrabote, mabiyan ang tamang personoy. Imo isyo ang pinitig at the class. Kahit mo, yaw sa linibis po niya, kahit mo tsira posle rabote, isras mo burat mo. Stal. Na. Kahit mo tibiyo to sa sabto. Вчера мы очень поздно вернулись. Домой, где-то около 11 часов, только половина 12-го были дома, и еще пока покушать приготовили, кукурузу готовили, вот, покушали. Поэтому ко уста ленивый, поэтому мой нога болит, надо отдыхать. CCTV есть. Tapon lang tayo ng basura. So, ang basura dun. Ha? Nibid na. Aso tap? Aso basura? Вот, посмотри какое. А где? Это такой ёжик. А где? Вот. Видите шарик? А, вот. Hello. А что он кушает? Он змею кушает, мышек кушает. Мышь? Я тебе покажу на маленький. Пойдем. Ну, вот так. А где он живет? Он живет в земле. Когда зима, да. В земле. На а как вчера, который, как мисс, хиджхаг на... Ёжик. Ёжик. Хиджхаг. Mayroon dyan sa banda dyan sa likod namin. Tamang yung tsira. Galina, vigil na. Yeah. Iyan doon may ito tsira. Miss. Chris, miss. Narayan na. Kapit tayo sa ras na paroski. Yozik. Yozik. Hedgehog. Hedgehog. Ой, классно. Я бы еще дальше спала, если бы нужно было идти в магазин. Ah, may pa yung school niya. Nasi Jess Magasin. Kupil astonos na. Pakupad. Pakupad na. Mahangin. Yon, sil na bitra na. Mm-hmm. Sil na sa bitra. Пойдем друзья туда. Стопинг. Растись бы можно. Одно украшение на Новый год и на День города, на 8 марта. У нас целый год. Christmas light. Как это по-русски Christmas light? Рождество. Рождество свет, да? Да, Рождество. Рождество. Можно сказать вообще рождественские украшения или рождественские свет. Потому что я помню на Новый год точно такие были украшения, как сейчас идет. Ang oras ngayon is time check kung anong oras 9:21. Magazin еще работает до 10, да? Да, до 10 работы, да. Это кусил на вечер, да? Кусил на вечер. Европа. Supermarket. Slido si Miss ito sa palutsayt sa
много туман, да? Почти получается больше холодно, чем это. Ну, не туман, это. А пасмурно. А? Пасмурно. Пасмурно? Пасмурная погода. А, пасмурная погода. Ну, просто больше холодно, чем этот месяц. И уже надо немножко по-другому. А, куртка. Булочки. 3.30. Бери это, пожалуйста. Ну так. Я думаю. А? Я думаю, что нам нужно. Ну, хорошо. А есть либария? Я возьму тогда либария, а? Нет. Я не буду. Ну так. Вчерашний. Как-то странно, он в одном больше. А это такое, это другой, отдельный. Это одинаковый. Просто большой. А. Всё, давай, зайди, покажи. Ну, это такое. Большой из вас, но ладно. Там лежать будет. А? Лежать будет. Ну, как сегодня, ты будешь больше? Серьезно? А? Но с ним. Не, не, не. Сметана надо купить. А, надо. Посмотри на вон, какой вкусно. Какой? Такой или такой? Спини, нормально. А, вот такой, будешь? Попробуй. Да? Вот. Просто и это больше вкусно. А где это? Больше. Это? Давай тогда это. Попробуй. Или это жирный? Я не знаю. Это не жирный. Это жирный, а оно вот мясо. Или это? Раз, два, три, что? Бери. Это. Раз, а что еще? Все, напиток, наверное, напиток. А? Макарон. Макарон? А, сметана. Вот здесь? Вот еще такое. А где? Яблоко. Не надо. Я хочу газ. Не надо, пойдем тогда. Может, молоко нужно? Давай, а, молоко, да. Какое? Такие. Выбора немного. Кефир. Молоко, наверное, вот такое. И все. Вот это? Да. Довольно кефир это. Ты любишь это? Да. Я выдумала. Молоко. Сколько литров? Литр 450. И тебе молоко, да? Давай. Все, пойдем. А что это? Йогурт, да? Йогурт. Да. Пойдем тогда. Майонез не надо, кетчуп там надо, да? А
кроме мечей. А, давай туда. Так. А это Провансаль, Провансаль, да? Асир. Такой. Что это такое? Скидка. Да? Все? И асатика цель? Макарон. Макарон дома, нет? Это осы? Я хочу посмотреть там выс. Завтра работа, Галина. Роберто мне будет готовить кушать завтра. Пойдем в глоту на пакет намин. So, ito yung mga nabili namin ngayon, guys. So, itong napalingkin namin ngayon is 15 mga mahigit $15. So, 36.80 rubles. So, papakita ko sa inyo yung mga nabili namin. 750 pesos. $15. So, dalawa na ito. Mug or lucky me. Ay, ang tawag dyan. Noodles. Kefir. Meron ako 1 and 450 kefir or sour cream. Tapos meron akong milk na naka plastic bag. Tapos yung marinated na pork, baboy, tapos macaron, pasta, tapos sausage. Ito. Tapos mayonnaise. So ito yung 750 pesos or $15. Cheese. Ano pa ito? Yung marinated ginger. So favorito ko kasi yung marinate. Tapos rice. Tapos pepino, cucumber. Dito on saging, banana, and 2 sachet coffee, and then bread. So lahat yan is 750 pesos. So dati guys, yung price na yan, yung 750 pesos nung wala pang pandemic, tapos nung wala pa yung COVID, kalahati lang yan. So ito siguro nung mga 2 years ago siguro 35 rubles. So kalahati
No. 350 pesos or 50 or 60, 18 rubles. Yeah, I think. Kasi dumoblo yung price ng dahil sa pandemic. Friends, sa tiyan lang. Scanner point. Boy. So? What? Nah, most now. So guys, ito yung price. So 36.80. So, yun lang. So, hope you enjoy this video. And then, see you in my next vlog. Goodbye and good night. Good night. Good night.